Всем привет! Мы с вами снова в городе Иркутске, где проходит 8-й день обучения. Вчера были даны задания, так как стадия обучения проходит второй период, когда люди начинают самостоятельно, подконтрольно делать свою работу. И вот вчера было дано задание, и сегодня сейчас Анатолий Викторович проверяет качество выполненного задания и показывает над моментами, которые можно было бы еще в большей степени подработать, чтобы довести автомобиль до почти идеального состояния, а в некоторых случаях и в идеального состояния перед началом работы по защите составами Керамик Про. Хотите быть в курсе всех последних новостей и того, что мы делаем и как мы делаем, подписывайтесь на наш канал. И если защита, то Керамик Про.